во-первых, наверное, может, у некоторых футболистов в голове было, что мы до игры уже должны выиграть, во что бы то ни стало, не прилагая максимальных усилий. Это раз. Второе, все-таки, если со «Спартаком» можно говорить, что никто у нас не выпал, была целостная игра, как в обороне, так и в атаке, то сегодня, конечно, центральная ось у нас выпала, защитники, и там было тонко, и в первом тайме там были после простых забросов проблемы, и во втором тайме вот этой нервозности привела к этому глупому голу. Так, конечно, у нас больше моментов было, но если ты не забиваешь, то у соперника всегда какой-то один момент находится, они используют, и потом это превращается все уже в нервы и нервную концовку. Вроде мы и по игре сильнее, и по моментам, ну, конечно, обидно, но такие матчи бывают, сами виноваты.